имея место в краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы имени маршала Жукова. Это достойная награда для всех нас. Кроме этого, руководитель нашей межрайонной поселенческой библиотеки также был отмечен почетным благодарственным письмом за третье место в организации работы среди учреждений культуры. Память о тех великих событиях, память о той цене, о той высокой цене, которую отдали наши деды, прадеды за свободу и независимость нашей Родины. Безусловно, она сохраняется и живет в наших сердцах и душах, но мы должны ее передать нашему подрастающему поколению, а те, в свою очередь, своим потомкам.